небольшую прогулочку. И сейчас немножко поснимаем для вас местных красот рек и полей. Вот наше водохранилище Кольчугинское и река Пекша. На прогулку взяли с собой Данушу. Воля вольная, ура! Дануш, вперед! Пойдем смотреть аватар. Пойдем, огромное древо желаний. Пошли, пошли вперед. Давай. Пойдем. Несколько лет назад нашли это дерево, просто огроменное. По-моему, это дерево ива. Вот сейчас вот так общий план. Но это надо издалека еще. Я постараюсь дальний план сделать. Сегодня оно пушистое. Назвали его древом желаний. Как в аватаре. Эйва. Огромное-огромное дерево. Сейчас я покажу вам ствол. Он просто необъятный. Заходим под ветви этого магикана. Исполина мощного. Смотрите, какая тут красотень. Ох, давно мы тут не были. Это просто... это просто мощь. Все не вписывается, что я вижу глазом, в кадр не вписывается. Это пройдет для сравнения. Оп, птички полетели, да, утки. Сейчас здесь еще рядом озерцо небольшое. Можно заряжаться. Энергетика здесь прямо, я не знаю, так и прет от него. Здесь их было несколько рядом. Мы тут территорию эту уже как бы знаем. Все погибли, деревья. Но вот этот динозавр, он живой. Он ветвями уже своими упирается в землю. Эти ветви начинают прорастать и тоже подпитываться влагой всячески. Растут на нем вот такие вот побеги, типа ветки, молодые, что ли, какие-то отводки, отростки. Конечно же, я думаю, что находиться под ним небезопасно. Вот его уже даже подпиливали здесь, упирался он прямо в землю. Это мощь. Здесь вот, видать, рыбачут, отдыхают. Сейчас подходили, уточка, по-моему, отсюда взлетела. Вообще красота, такой какой-то дивный уголок. Сейчас вот тропинка здесь вот эта, она была до другого такого же аватара. Пойдемте к нему посмотрим. И на этот также со стороны. Надеюсь, что здесь никого нет. Тихо, тихо. Вперед, вперед, шагай. Давай, собаку вперед надо спустить. Вот здесь даже какой-то рыбацкий мостик построили. Да. А вот это камыш. Как ни странно, а все мы привыкли, да, к такому початку коричневому. А вот коричневый початок как раз рогоз. А вот этот камыш уже, наверное, метра под 2,5, да, высота. Вот смотри, какие-то желтенькие цветочки. Как бы кувшинки, но не кувшинки. Мелкие-мелкие. Ряска, может, цветет. Красота. Ты хочешь к тому дереву идти? Чирикали. Да, вон к тому. Пойдем, Дануш, вперед. Интересно, сможем мы туда пройти? Слушай, куда-то стекает вода. Раньше такого не было. Стал переполняться. Значит, где-то это поступает. Есть приток.
Так, Дану, давай вперед. Дана, пошли вперед. Вперед, вперед, вперед. Почему? Почему? Мы будем туда пролазить, да. А что пролазить? Вот тропка натоптана. Ну хочешь, иди. Лишь бы тут это, охотники в бошку не засветили. Так. Здесь обитали бобры. Однажды мы подходили с другой стороны в обход. И было очень много деревьев, погрызенных бобрами. Здесь вот тоже что-то делали, охотились, наверное. Мешки какие-то. Вот такой вид. И камыш. Дан, попить? Хочешь пить? Что, не пройдем мы туда, да? Не пройти. Ну, в общем, это дерево, оно не такое большое, как это. А это дерево, вот оно. Ну, посмотрите, какой огромный камыш. Ладно, пойдем обратно, пойдем полюбуемся еще этим моим аватаром. Древо желаний. Нужно прикоснуться к нему и загадать желание. А? Да он по ногам. Ну, не ворчи, не ворчи, как старый дед. Иди. Вот так. Я таких деревьев больше нигде не видела. По крайней мере, вот у нас. В нашей области. Великан. Я не знаю, сколько ему может быть лет. У него основание вот такое толстое. Весь он такой бугристый. Поросший мхом кое-где. Вон муравьишки на нем снуют. Вот это образование мне напоминает то ли какого-то льва, да, морда такая. Данная ко мне. Что-то очень интересное. Вот такое у него подножие плавное, словно оно приглашает посетить в свою сказку и поглотить. Чудесное дерево, сказочное, оно фантастическое, огромная-огромная ветвь, она толстая и вот так спускается вниз. Я люблю это место, на самом деле оно какое-то особенное, не знаю почему, такое ощущение. Приехали немножко разрядиться психически, морально, эмоционально. Редко. Да. Невозможно жить только стройкой, работой, орхидеями, кастрюлями. Это, наверное, наша вторая вылазка за сезон. Съездили. Сначала на Рубское озеро покупались, а теперь на прогулку. Вот. Вот такая красота. Поле обычно это засеяно, но, видимо, в этом году оно отдыхает. Посеян какой-то сидират непонятный. Вот такой.
красный стебель, цветет какими-то беленькими. Кашка. Сейчас пересечем кое-как перепаханное поле. Вот здесь есть наезженная такая колея. Хорошо, более-менее укатанная. Ой. Вот. Ну, видимо, уже поле убрано. Да что-то его готовят потихонечку. К следующему сезону готовятся. Да ну уж! Ты чё насторожилась? Пойдем с тобой прогуляемся. Стой. Дан. Беги к папе. Горшок чего? Масло. Если ты сюда не положил горшка, то его тут и нет. Угу. Что? О, здесь какая-то интересная. Железка? Ну да, какая штука интересная. Ну какая-то цветнинка. Да, какая-то виталька. Да. Что-то интересное. Не все то золото, что звенит. Да? Да. Если то золото, что звенит. Звенят даже гвозди. Но гвоздь гвоздю рознь. Иногда можно найти такой гвоздь, о котором можно целую жизнь мечтать. Историю писать, читать, да. Все, выкопал. Что-то у нас вот в этом комочке зазвенело. Что где-то прямо рядом положил? Это что? Виталька. Алюминий. Однако. Нет, шпагат. Это что-то какая-то, да. Сколько у нас алюминий? Виталька. Красота. Главное, тишина. Комаров, конечно, тьма. Собака обработана, а мы нет. Что-то такое нашлось. Подожди, я хочу тоже взять. Мелкашечка какая-то. О, взял. Просеивай. О, в руке. Пробка. Ходили одна, шмурдяк какой-то попадает. А тут еще поля не стрижены, не кошены, не убраны. Так-то, в принципе, мы давно здесь ходим, вот такой хороший. Да я тоже не первый год сюда ездил. Районечек. Я тоже не первый год сюда ездил.
Вон то поле я обычно хожу за деревню. Да, я так посмотрю. Да. А там по дороге медалька сейчас какая-то, думаю, да? Там находил что интересное? Да, и находили много чего-то. Медальончик. Петры даже находили. Там поле интересное. Да, мы каждый раз приезжаем, что-нибудь такое. Это ну, в основном все такое. Вот оно все здесь удобряют я удобрениями. Первый, я первый раз увидел пол копейки советов там. А, есть такое. Спасибо. Первый раз. Спасибо. Тануша, смотри кто. Лягушонок. Сейчас поедем. Лягуша. Лягуша. Тануша, смотри, лягуша. Пошли, поехали, Дана.